Всем привет! Сегодня расскажу, как установить приложение Сбербанк онлайн в 2022 году. В этом видео покажу, как сделать это на Android. Заходим на официальный сайт Сбербанка sberbank.ru. В правом верхнем углу нажимаем три полоски. Внизу выбираем «Поддержка», далее выбираем «Мобильное приложение Сбербанк онлайн». Открывается вот такая страница и нажимаем «Скачать на Android». Телефон пишет, что файл может быть опасным. Нажимаем «Все равно скачать», потому что мы качаем приложение с официального сайта Сбербанка. После этого в верхней шторке нажимаем на уведомление «Скачивание завершено». Если телефон выдает вот такое сообщение, то нажимаем кнопку «Настройки». В настройках нажимаем кнопку «Разрешить установку из этого источника». Здесь выбираем «Я осознаю возможные риски» и нажимаем «Ок». Теперь нажимаем на стрелку назад и теперь на кнопку «Установить». Ждем, пока приложение установится. На этом установка закончена. Теперь можно пользоваться приложением Сбербанк онлайн. И самое главное, что мы скачали приложение с официального сайта Сбербанка. У меня на этом все. Всем пока.